В Махачкале обновляют урны. Специалисты УЖКХ проводят поэтапную работу по установлению емкости для сбора мусора. Свыше 20 баков уже установлены на проспекте Расула Гамзатова и сквере. Столько же на улице Яракского. Уже более сотни небольших урн размещено на тротуарах, близ остановок общественного транспорта и пешеходных зон. Отмечу, согласно изменениям в правилах благоустройства города, собственники торговых зданий должны устанавливать емкости для сбора мелких отходов на прилегающей территории.